Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, хочу поделиться своим новым заказом из компании Avon по пятому каталогу. Думаю, все вы знаете, что в Avon каталоги идут раз в месяц. Получается, что это у нас идет каталог за май месяц, и получается каталог номер 5. Кому интересует ролик, приятного просмотра. Кто любит такие ролики, чтобы не пропускать такие ролики, подписывайтесь, ставьте колокольчик и, конечно же, лайк. И также комментарий. Я думаю, что будет интересно, конечно же, обсудить ту продукцию, которую я вам буду показывать. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то может и не нравится, кто-то что-то хочет попробовать. Вот, будет очень интересно еще знать и ваше мнение. И давайте приступим. Что же все-таки у меня приобрели именно с этого каталога? Я думаю, многие уже знаете этот каталог очень хорошо. Кто-то уже сделал заказ, кто-то получил, кто-то еще ждет, а кто-то еще думает, что же приобрести. Но я думаю, что мой ролик все-таки поможет все-таки к выборам, вот, быстрому, чтобы что-то приобрести и действительно ли стоит что-то приобретать или не стоит. И давайте начнем. Первое, что хочу я вам показать, и хорошая была здесь акция, это набор и шел по, ну, как он правильно-то называется, этот набор. Он и шел более у нас как набор бонус. Да, если вы из этого каталога приобретаете на сумму 500 гривен, тогда вы можете любой набор приобрести со скидкой минус 75%, это получается за 90 гривен. Вот, их там всего лишь идет 3 набора. Ну, у меня приобрели всего лишь первый набор, который называется Тропик. И что же в этот набор у нас входило? Ну, конечно же, как всегда, такая вот большая банка. Это у нас идет Сериакеа, лосьон для тела с экстрактом банана. 750 миллилитров. У меня очень любят Сериакеа, часто приобретают. Вот, и остаются в восторге от лосьонов тем более, потому что хорошо распределяется, быстро впитывается, нету ни липкости, и кожа просто бархатная и нежная. Так что любят такие лосьоны и приобретают. И как раз в такой вот наборчик, почему бы и нет, это получается круто. Здесь идет у нас еще плюс дозатор, так что тоже будет удобно. И как раз то, что хорошо, что большая банка, как раз получается для всей семьи. Вот, это классно. Так, и за 90 гривен такой набор, это очень классный. Следующее, что в набор входило, это, конечно же, гель для душа серии Senses Aloha Manoi, да, который идет 250 миллилитров. Также такой вот прям приятный аромат, и такой вот прям действительно летний аромат. Вот, тоже не первый раз приобретали, очень были довольны, хорошо очищала кожу, хорошо пенилась, и главное, кожу не сушила. Так что тоже в наборчик шел такой вот гель. Это, конечно, классно. И последнее, что входило в этот набор, это также из серии Икеа. Это тонус с ароматом бананом, крем для рук. 75 миллилитров. Я думаю, многие все знаете этот крем. Тут пишется, что для всех типов кожи этот крем. И если у вас не очень сильная сухая кожа, то как раз этот крем хорошо вам подойдет. Но если у вас очень сухая кожа, этот крем, к сожалению, вам не подойдет. Вот. А так, конечно, хороший крем, хорошо питает, увлажняет. Но еще раз повторюсь, не очень сильную сухую кожу. Лучше вам приобретать что-то более поплотнее, более такое, что действительно для очень сухой кожи. Вот, очень вкусно пахнет бананом, таким прям спелым бананом. И такой вот наборчик вот как раз и получался всего лишь за 90 гривен. Вот, следующим. Также еще тоже были там цены неплохие и решили у меня приобрести. Наверное, я уже не первый раз показываю в обзорах своему. Это серия Naturals. Это фитоукрепление бальзам спрей. Крапива и лопух 150 миллилитров. Такой вот идет спрей для волос. Думаю, всем вы знакомы, всем известны, хорошие продукты. Очень многие просто тащатся от этих продуктов. И еще один. Также идет у нас серия Naturals. И это у нас идет с экстрактом абрикоса.
Вот, и макадамия или кофе, что там, я уже, честно, уже не помню, потому что видно, что тот и наш пришел, здесь уже заграничный выпуск, 150 миллилитров. Также очень хорошо потом прочесывает волосы, волосы шикарные после этого продукта. Но также очень любят именно вот эти продукты для волос и часто бывает приобретают. И как раз этот раз тоже была хорошая цена, решили приобрести. Вот, хотя вот смотрите, что вот получается, что здесь 150, здесь 150 миллилитров. Ну, по баночкам, да, сразу заметно, что как-то вот оно не совпадает. Там или просто что уже идет, а там шире, и получается вот такие вот какой-то вот немножко недорост баночек. По ходу дела. Ну, и главное, что миллилитры везде одинаковы. Так. Следующее. Также я решил приобрести своей сестричке, так как у нее проблемы с руками, в том плане, что у нее очень сухая кожа. Какие бы она крема ни пробовала, ей ничего почти не подходит. И ей очень нравился крем для рук от Avon. Это именно из меда. Но это еще раньше такой был крем, сейчас его нет в продаже. Хотя сейчас тоже есть такой же крем с медом, но совсем не та, там получается обновленная версия, совсем не подходит тот крем, совсем не тот, что был до того крема. И, конечно же, разочарование Ксюши, потому что хочет найти все-таки свой крем для рук. И я решил ей приобрести, чтобы она все-таки попробовала. Вдруг ей эти крема подойдут, и она останется в восторге. Тоже была неплохая цена. Это Сирека силиконовые перчатки, защитный крем для рук с силиконом и глицерином. Продолжительный защитный эффект 75 миллилитров. Но я знаю, что такие крема очень хорошие, особенно силиконовые перчатки. Ну и как я всегда говорю, что не нужно очень часто пользоваться такими продуктами, да, потому что, ну, я же говорю, об этом говорить уже не буду, каждый раз я об этом говорю. Ну, нежелательно, лучше вот именно менять. Сначала этим, потом периодично берете другой крем и так дальше. Но я решил приобрести именно ей силиконами, потому что я же говорю, что может даже в данный момент, чтобы хоть какая-то еще плюс была дополнительная защита 75 миллилитров. Также, когда мы открываем, он идет такой вот именно белый. Вот такой вот, ой-ой-ой, прям выдавил, так выдавил. Очень такой вот прям густой. Вот. Такой густой. И аромат. Ну, такой вот именно приятный, такой вот прям нежный, приятный аромат. Так что, я же говорю, решил взять и попробовать. Ну, такой вот прям, он плотный, такой вот прям кремовый, густой. Ну, то, что очень хорошо распределяется. Вот, и, кстати, вот у меня уже впитала, и рука моментально стала такая вот прям питательно увлажненная, очень-очень приятная на ощупь, вообще очень просто приятная. Вот, так что я надеюсь, что этот крем ей тоже как-то более-менее чем-то поможет. И еще один крем я решила ей приобрести, также попробовать. Это у нас новинка серии Кеа, крем для рук восстановления, плюс 24 часа увлажнения. Так, это у нас идет с эмулентами для очень сухой чувствительной кожи, не содержит отдушек. 75 миллилитров. Такой еще крем тоже решил ей взять, все-таки попробовать. А вдруг ей этот крем подойдет? Так, здесь я сейчас попробую выдавить. Вот. Так что сам по себе он вот такой. Вот. Ну и этот он тоже такой вот прям плотненький. Он хотя бы такой, знаете, полупрозрачный по виду, но если вот смотреть, да, он очень плотный. Просто плотный. Сейчас как-то надо размазюкать. Вот. И аромата действительно нет. Он идет без задушек. Действительно, как пишет, что он без аромата, то он и без аромата. Так что я надеюсь, что и понравится сестричке такой крем. Я на это надеюсь. Ну, потом уже, конечно, в пустых баночках я обязательно потом же вам расскажу, подошло ей эти крема, не подошли ей эти крема. Вот, потому что я же говорю, что я понимаю прекрасно, у нас тоже, я же говорю, не очень хорошая вода в Киеве, и плюс я же говорю, что она тоже и посуда, и все прочее, и руки просто сухие, и как увидел, то я прозрел. И что она не приобретает, ну ничего такого вот нету, такого вот прям как было именно с Эйвонского, которого сейчас нету в продаже. Так что, не знаю, попробуем. Надеюсь, ей подойдет, и она останется в восторге от этого продукта.
Так, следующее. Также была очень хорошая акция в этом каталоге. Если вы делаете заказ на сумму 300 гривен, тогда вы можете взять туалетные воды, или женские, или мужские. Это женский или мужской лак со скидкой 65%, или женский или мужской водичка. Это Максима и Максим. Да, вот именно вот такие вот водички. Но так как у меня женские, я стараюсь уже не приобретать, потому что у меня как-то вот женские ароматы в продаже очень плохо идут. У меня более разбирают мужские ароматы, и больше у меня спрос на мужские ароматы, чем на женские ароматы. Из этого я решил приобрести именно по хорошей такой цене, почему бы и нет, со скидкой 65%, это Максима. Вот такой вот у меня аромат, думаю, всем известный, много кто уже видел, пробовал, приобретал, когда еще они только были еще новинки, я не приобретал, потому что для меня тогда еще цена кусалась, сейчас очень хорошая была цена, почему бы и не приобрести. Упаковка очень симпатичная, приходит все запечатанное в слюду, и здесь у нас 75 миллилитров именно в этом аромате. И, конечно, очень шикарнейший здесь флакон. Вообще, просто бомбический флакон. Мне очень, конечно, нравится. Я еще тогда, когда видел, тоже в обзорах девочек видел, то тоже вот именно шикарнейший флакон. Нету тут вообще просто очень богатый вариант этого аромата. Плюс добротное стекло, такой вот прям массивный флакон, вообще просто бомбический. И по поводу аромата. Так, аромат, что хочу сказать, и как это говорили, да, что он как-то вот обычный, ничего такого интересного в нем нет, более как и типичный мужской аромат. Что хочу сказать, что с этим я соглашусь, потому что он действительно для меня, вот может это на моей коже так открывается, но он действительно как типичный мужской аромат. Ничего такого прям сверхъестественного в этом аромате я не услышал. И плюс в этом аромате у нас идут нотки. Так, листья мандарина, аккорд иронвотсекис и ладан. Вот такие вот ароматы в этом аромате. Вот. Так что для меня он типичный мужской аромат, но у меня клиенты любят такие ароматы, они в восторге. Так что я знал, что может быть мне, потому что когда я тоже почитал именно какие сюда входят ноты, понял, что это не мои ноты, но думал, ну кто его знает, может что-то все-таки у меня какие-то вкусы поменялись, и все-таки я буду в восторге, и может я себе его оставлю. Вот, но для меня он просто вот именно действительно типичный эйвонский мужской аромат. Ничего такого в нем прям нет. Ну, я же говорю, что как раз на продажу пойдет в самый раз, и знаешь, что его заберут с руками и ногами. Еще плюс такое классное оформление, это круто. Еще плюс они стойкие, потому что действительно стойкий аромат. Так, следующее, что хочу показать, спасибо компании Avon, мне вот прислали такую вот пробнички вот такие, да. Вот именно новинки Attraction, Deris, или Deris, как он правильно там, или Desire, господи, или Desire. Ну, короче, не буду ругаться, бо сейчас наругаю такое, что потом не склеим, как говорится. Вот такие вот два аромата, женский и мужской. Я также слышал много разных отзывов, как и на женский, как на мужской аромат. Знаю, что кого я только не слышал, никому не нравится мужской аромат. Больше всем нравится женский аромат. Ну, у меня, что хочу сказать, мнения совсем поменялись. Вот я же говорю, что мы все разные, и у каждого разные вкусы, и у каждого разное мнение. Что хочу сказать по поводу женского аромата. Я знаю, что все поют оды, очень шикарнейший аромат, все прям вау, 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 плюс чуть ли уже я не знаю. Лучшего аромата больше в жизни никакого нету. Я когда вот по пробнику, я не знаю, как будет в полной версии, но по пробнику я понюхал, но для меня он типичный женский сладкий такой вот аромат. Даже более именно теплый такой вот аромат. И он более подходит не на лето, он более подходит на вечернюю погоду. Это вечерние, да, даже летом, только вечером более-менее. Или на холодную погоду. Ну, чтобы как-то вот сказать, что вау, такой шикарный аромат, ну не могу. Для меня он типичный эйвонский аромат. И даже если кто-то прошел бы, я сразу бы услышал бы и сказал бы, что это Avon. Может, я бы не
не вспомнил бы название этого аромата, да, что какой там, но вот именно присутствует аромат для меня Эйвона. Так что как-то вот для меня женский аромат, ну, обычный, типичный, и я не могу сказать, что прям такой вот прям весь шикарнейший, что больше таких ароматов здесь прям нет. Ну, я же в каждого свои вкусы, каждый как думает, и кому-то вот действительно в восторге от таких ароматов. Да, он хороший аромат в том плане, что он, да, кто любит сладкие ароматы, да, он именно такой сладкий, фруктовый аромат, то почему бы и нет. И плюс и в женском аромате у нас входят нотки черешня, жасмин, самбак, амбра. Это у нас идут восточно-амбровые ароматы, да? Ну, я же говорю, то, что он именно восточный, чем? Потому что он более такой вот какой-то вот пряно-сладкий, теплый аромат. Я же говорю, более на холодную погоду. Но опять, для меня он типичный женский аромат. Ничего такого сверхъестественного нет. Ну, что хочу я сказать вам о мужской воде. Я, конечно же, решил приобрести полную версию мужской воды, потому что, еще раз повторю, что у меня в распродаже, ну, что у меня разбирает не женские ароматы, а мужские ароматы, и за это я решил приобрести мужской аромат, и ни грамма не ошибся. Потому что я слышал, что никому не нравится этот аромат, всем он обычный, типичный аромат и все прочее. Вот, он приходит вот в такой вот интересной упаковке, запечатанный в слюду. Здесь в этом аромате 75 миллилитров. Вот, так где-то так поставить, чтобы его было видно, да. И сам бутылек. Ну, конечно же, бутылек здесь просто-напросто шикарен. Если вы помните, что в женском аромате тоже бутылек красный, флакон. Ну, колпачок в женских тоже красный. У нас в мужских, наоборот, колпачок идет у нас серого цвета. Упаковка, как всегда, оригинальная, интересная. Очень такое добротное стекло. Такая прям флакон тяжелый. Вот, и что хочу сказать по поводу аромата. Я от этого аромата просто в восторге. Почему я в восторге? Потому что он очень похожий на Attractional, это на белый флакон и на черный флакон, да, вот это унисекс, что идет. Вот, и именно что здесь они смешаны. Вот именно этот один флакон в два в одном, как говорится, потому что в черном и белом надо их смешивать, если мы хотим, да, как-то вот разбавить эти ароматы. Можем и по отдельности, но можем смешивать, то здесь уже ничего не нужно смешивать, здесь уже этих два аромата в одной упаковке. И за это мне очень понравился этот аромат, и я просто от него в восторге. Я уже хотел, уже думаю, все, я его себе оставлю. Ну, я просто так еще посидел, подумал, что а смысл мне его оставлять в данный момент, пока у меня есть и те еще тоже Attractional, да, белая упаковка и черная упаковка унисекс. Вот, и думаю, ну, что этот, я думаю, если что, на следующий раз как-то вот, и когда уже те ароматы закончатся, то тогда я себе уже и этот приобрету, потому что здесь мне то, что нравится, что здесь ничего смешивать уже не нужно. Сразу нанес, и те же самые ароматы, которые там. Так что я от этого аромата просто в восторге. И также по поводу аромата. Аромат стойкий. Очень стойкий. И прям вот, я же говорю, я от этого аромата просто кайфую. Так что у меня также этот аромат заберут с руками и ногами. И здесь у нас нотки идут, и также идут у нас древесно-пряные ароматы. Здесь черешня, ирис и амбра. Так что я же говорю, что вот именно шикарнейший аромат. Так что вот что-что, вот мне больше понравился мужской. Вот. Ну, из-за того, что, конечно же, понравился, потому что мне те ароматы нравятся. Кому-то те ароматы не нравятся, и унисекс, то, конечно же, этот аромат тоже никому не понравится. Вот. Но я остался в восторге и ни грамма не жалею, что приобрел полную версию именно этого аромата. Так, следующее. Также еще решил приобрести новинку, так как я люблю жидкое мыло для рук, как же без этого. И решил я приобрести новинку серии Senses, жидкое мыло для рук. Именно, ну, видно, да, что, слава богу, пришло не наше, все не по-нашему. 250 мл, это у нас идет с ароматом клубники. Я не знаю, как он будет открываться, какой будет аромат, но из бутылки очень вкусный, нехимозный, клубничный такой вот аромат. Даже можно сказать, что аромат с огорода. Вот, прям домашние клубники. Очень вкусно, приятно пахнет именно с упаковки. Вот, надеюсь, что и когда буду мыть руки, также будет очень вкусно открываться. Я на это надеюсь. Так что, вот, очень довольный, что еще плюс приобрел вот такую вот новиночку.
Так, следующее. Также, если вы помните, по фокусу очень хорошая была у нас комиссионная программа. Если вы приобретаете два, ну это если вы делаете заказ от 1 числа до 14 мая, то вы приобретаете от двух продуктов и больше. Это серия NU и также серия новинка, это Adapt, да, из новинок, которые в этом каталоге, то со скидкой минус 45%. Очень хорошее предложение, и за это у меня приобрели новинку. Давайте приступим к новинке. Так, первая новинка – это Avon Adapt «Спокойствие. Ночной крем для лица». Ну, сразу видно, что здесь у нас не за граница. Здесь в упаковке 50 мл, приходит слюду. Но, как всегда, слюда у них запечатывается не сверху, а по бокам. Из-за этого мне пришлось открыть именно и оставить без слюды. Ну, я это могу открывать, это свои заказывали, так что могу вам показать, что к чему и как. Вот, так что вот такая вот идет упаковочка в нем. Вот, и сейчас покажу вам саму баночку. И сама вот такая вот именно массивная банка, потому что это у нас идет стекло. Стекло прям такое вот прям тяжелое стекло. Вот, ну оформление такое вот прям нежное, интересное. Когда мы вот открываем, я, конечно же, пальцы туда сунуть не буду. Здесь сразу идет у нас защита. Открываем, и он такой вот именно идет плотный, кремовый, такой вот белого цвета, плотный крем. Вот, видно, что очень плотный. По поводу одушек. Одушек таких нету, просто пахнет именно косметической, ну вы поняли меня, продуктами косметическими. Сразу видно, что он идет без всяких разных одушек. Вот то, что, как оно все пахло, допустим, да, вот именно все вот эти компоненты, так оно и просто по косметическому и пахнет. Но ненавязчивый аромат, легкий аромат, так что от этого аромата задыхаться вы точно не будете. Так что надеюсь, что понравится и останутся в восторге от этого продукта. Следующее, также еще плюс у меня приобрели. Это у нас идет спрей вуаль для лица. Это у нас идет охлаждающий. Такая вот баночка 30 мл. Здесь уже пришла у нас за граница. И также приходит все запечатанное в слюду. Так, и покажу я вам саму баночку. Также вот такая вот баночка. То, что мне очень нравится, что хорошая тоже упаковка. Потому что это идет у нас матовое стекло, как и в креме. О, добротное стекло, тяжелая такая вот баночка. Здесь у нас присутствует вот такой вот дозатор. И когда мы вот откручиваем, сейчас я попробую открутить. Вот. И здесь такой вот штучка, и он идет такой вот именно белая вода и прозрачный. Вот. Ну, это же именно идет спреем, то понятно, что он как вода. И аромат идет также и именно без одушек, именно тоже какой-то вот именно немножко еле-еле какой-то косметический аромат. Ну, не напряжный, очень-очень такой вот прям легкий, его даже так не очень слишком и слышно. Так что также надеюсь, что понравится такой вот продукт. Ну, я же говорю, оформление и такие вот прям массивные тяжелые флакончики очень, конечно, круто. И последнее, что у меня приобрели, потому что это же новинка, да, и у меня решили приобрести всю новинку. Также такая же вот упаковочка, это сыворотка для лица, увлажнение. Вот, также 30 мл и также пришла за граница. Это очень хорошо и также сам бутылек, такой же оформление, только здесь уже идет он фиолетовый, также добротное матовое стекло, массивное, вот. И сейчас мы открутим, посмотрим. Вот. И он такой вот, видно, что он идет такой вот прям плотный. Такой вот прям плотный-плотный. Так что вот видите, даже толком капать не хочет, такая вот именно густая сыворотка. И по поводу аромата. Ну, вот здесь аромат более как-то вот и для меня здесь аромат пахнет более цветочным каким-то. Вот именно, что вроде там не должны быть отдушки, мне так кажется. Вот, но здесь мне как-то вот пахнет цветочками. Вот, ну, приятный такой вот ненавязчивый аромат.
Так что я же говорю, надеюсь, что понравятся эти продукты, и если также будет очень хорошая цена, то почему бы не приобрести? Так что, кто хочет попробовать такие вот новинки, то приобретайте именно по комиссионной программе. Будет очень выгодно. Еще такая вот очень хорошая скидка. Почему бы и нет? Также еще плюс у меня приобрели новинку. Это у нас идет крема серии Кеа. Ну, у меня один приобрели. Вот такой вот идет у нас, такая вот баночка 100 мл. Хорошо фуксируй. Так, это у нас видно, что это наши пришли. Да, Тройной уход, увлажняющий крем для лица, увлажнение плюс мягкость и плюс защита. С витамином Е для нормальной кожи. О, такая вот идет у нас баночка, как раз тоже домопродукция, и шла она за 42 гривны. Тоже такая вот, я же говорю, нормальная цена. У меня любят такие крема и часто вот приобретают. Так что он тоже идет такой вот прям белый, очень слишком густой. И по поводу аромата. Здесь такой вот именно приятно свежий, такой вот кремовый аромат. Очень легкий, приятный аромат. Так что я же говорю, что я надеюсь, что и новинка вот такая тоже клиентке понравится. Но я же говорю, что меня любят такие крема, то вот из за это и приобретают. Так, следующее, что хочу вам показать, также и следующие новинки, это новинки губные помады. И у меня решили приобрести губные помады, кремовая помада для губ серии Легенда. И решили приобрести у меня два оттенки. Так, два оттенка, они приходят вот так, они все запечатанные, такое вот именно красивое прям у них оформление, прям сверкают, и капец. Не, давайте, мне можно открыть, мне можно вам показать, почему бы и нет. Так, первое у нас, так, это идет у нас Тайна императрицы, называется цвет губной помады. Сейчас мы откроем. Посмотрим. И посмотрим. Ну, это, я думаю, если вы знаете Тайна императрицы, это у нас получается какой цвет? Конечно же, красный цвет. Вот. И когда вот мы открываем, очень красивое оформление этой губной помады. Прям такая вся, прям под золото. Вот, открываем. И она действительно такая вот прям... Боже, красная. Еще с каким-то вот, если будет видно, с напилением. Вот. Ну, видите, я не знаю, что это за след такой, потому что я ж пальцами не трогал. Или это просто так оно... Ну, видно, что пальцами все-таки это не трогали. Это, наверное, так вот фабричная штукенция, вот так. Вот. Потому что пальцами по-другому смотрится. Что хочу сказать, что очень красивое такое вот именно оформление. Он даже с каким-то вот красными, каким-то вот блесточками идет. Я думаю, если будет видно сблизи, да, видно, что какие-то такие вот прям красные блесточки в этой губной помаде. Так что он именно действительно красный. И также, если посмотреть на каталоге, то в каталоге она не такая красная, как и в жизни. В жизни она более такая вот темно-красная, потому что в каталоге она более смотрится как такая какая-то вот бордо, что-то такого вот именно красное бордо, что-то такого вот рода, но совсем не красная, как в каталоге. Ну, имею в виду, что помада вживую краснее, чем в каталоге. Так что вживую эта губная помада, наоборот, самая такая вот именно суперская. Так что, кто любит такие цвета, то можно спокойно приобретать. Вообще, просто шикарнейший цвет. Следующая губная помада. Еще одну мне приобрели, да. Это у нас идет первая леди. Вот, это уже у нас идет розовая. Ну, сейчас попробую тут открыть, потому что тут прям так все запечатано, что попробую его открыть. Первая леди. Ну, это более идут у нас розовый оттенок этой губной помады. Также вот такая же самая упаковка. И она идет такая вот именно действительно вот такого вот прям розового цвета. И опять же, это именно идет увлажняющие, это не матовые губные помады. И давайте теперь посмотрим, как она и в фокусе.
По поводу фокуса, да, если посмотреть, вот именно здесь она очень хорошо совпадает. Именно как и она идет у нас на рисунку, так она и в жизни. Именно вот такая вот прям пепельная какая-то, вот пепельно-розовый оттенок. Очень такой вот прям интересный оттенок, так что я надеюсь, что останутся в истории именно от этого цвета. И также от самой губной помады. И каждая такая губная помада стоила 80 гривен. По фокусу. Ну, понятно, что это же новинки. Так что вот решили вот приобрести такие вот две губные помады. Также я прошел первый уровень и мог приобрести один набор за 40 гривен. Что в набор входило? Ну, я как всегда говорю, это подарки типа такого плана. Это идет у нас глянцевый блеск для губ. Вот такая вот упаковочка идет. Вот, я так вам покажу название. Код на всякий случай. И покажу я вам сам вот этот блеск. Ну, он идет действительно такой вот прям как коралловый. Ну, я знаю, что у меня тоже любят такие бывают цвета. Как раз и на лето такой цвет подойдет самый-самый раз. Вот такой вот прям коралловый. Так что тоже это пойдет у меня на продажу, потому что периодично у меня что-то такое спрашивают, но я не приобретаю, потому что спрос у меня на такие продукты маленький. Ну тут, если вот получил такой вот шикарный подарок за 40 гривен, почему бы и не поставить на продажу. И последнее, что в набор за 40 гривен входило, это у нас Avon True, это идет у нас компактная пудра. Так, название. Вот, это у нас единичка натуральная, да, это светлая пудра, вот, и как раз она, и то, что очень хорошо, что именно ложит именно пудру ту, которая более подходит всем, это очень радует. Вот, как всегда, такая вот упаковочка этих пудр идет, и когда мы вот открываем, здесь у нас присутствует зеркало, как всегда, и также спонжик, и когда мы вот, и здесь защитная пленка. И по себе она вот именно действительно пудра, именно светлая, так что нейтральная. Также я знаю, что многие пользуются именно такими вот оттенками, и также спокойно пойдет она на продажу. Так что это очень круто, я же говорю, очень рад, что такой вот наборчик всего лишь за 40 гривен. Очень такое прям мелочь, но все равно приятно, хоть, конечно же, я такими вещами не буду пользоваться. Мне, конечно, к чему мне там приятного, да, но все равно получать какие-то хоть небольшие, какие-то небольшие бонусы, и то все равно приятно. И плюс для меня это тоже, с одной стороны, приятно, потому что эти продукты я могу спокойно продать и что-то себе заработать. Почему бы и нет? Так что все, мои хорошие, вот такое было у меня. Заказ из компании Avon по 5-му каталогу. Надеюсь, вам было интересно, может быть полезно. И как всегда, мои хорошие, до новых встреч. Целую, люблю, ваш Игорь. Пока-пока.